проработать аборт по медпоказаниям, проработать расстановку нерожденных детей. У нас когда расстановка нерожденные дети есть? Приходи на расстановку нерожденные дети, либо приходи на расстановку прямо это расставить. Здесь, точно, чтобы реально похудеть, у меня есть марафон про тело. На самом деле, знаете, бесполезно пытаться похудеть на силе воли, потому что вы когда на силе воли себя заставляете не есть булки, потом очнулись в 2 часа ночи и жрете тортик, который в холодильнике. Очень важно работать с родовыми, кармическими и личностными травмами. Например, если у вас есть нерожденные дети, ваше тело физически хочет доносить ребенка, и оно толстенькое и набирает вес, да, и ваша задача проработать нерожденных детей, например, чтобы у вас лишний вес ушел. Если, например, у вас нет уверенности в себе, и у вас не простроен папа, ваше тело физически папу носит в себе лишним весом. Если, например, вы не реализуетесь в миссии, у вас приходит много энергии, вы не отдаете ее в мир, ваше тело копит энергию в своем теле в виде лишнего веса. То есть причин лишнего веса огромное количество, и поверьте, это никогда практически не связано с конкретными коктейльчиками или с конкретными голодовками и прочим. Как правило, весь лишний вес, он находится в уровне бессознательного, там безумное количество причин. Пожалуйста, 14-дневный марафон вам в помощь. Марафон называется «Тело к лету». Так, смотрю. Юля, когда одна нога больше другой от варикоза, это какая может быть причина? Заранее благодарю. Так, ну, во-первых, варикоз – это в 99% случаев варикоз – это нерожденные дети матери, это нерожденные братья и сестры. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы проработать варикоз, пожалуйста, посмотрите на нерожденных братьев и сестер, обязательно проработать. А что с личными нерожденными детьми? То же самое, личных нерожденных детей обязательно прорабатывать, потому что ваша душа на уровне бессознательного всегда тоскует по вашим нерожденным детям. И бывает так, что вы этих нерожденных детей носите в лишнем весе, бывает так, что вы этих нерожденных детей запихиваете в ваших животных, которых вы, блин, откармливаете, кормите и относитесь к ним как к детьми. Бывает так, что вы нерожденных детей в цветочки, так что у кого есть дети, вот эти животные, цветочки, это все туда, это вы пытаетесь дорастить ваших нерожденных детей. А более того, самое главное, ради чего вы это должны сделать, ради того, что ваши все нерожденные дети очень серьезно сказываются на судьбах ваших реально рожденных детей, потому что ваши рожденные дети потом не знают, чем им заниматься. Они гитаристы, пианисты, акробаты и все на свете. Почему? Потому что живые дети хотят прожить несколько судеб.